Посреди иудейской пустыни стоит обитель Хузева, чье имя с давних пор прославил великий подвижник святой Георгий Хазевит. Будучи иноком и с братом своим, Георгий все дни напролет упражнялся в смирении, послушании, подвигах. Да так усердно, что Бог наделил его даром чудотворения. Сила молитвы его была так сильна, что смогла оживить мертвого младенца, смогла вернуть сына доброму человеку. Когда Бог призвал к себе его брата, с которым все они делали вместе и жили душа в душу, долго горевал и скорбел Георгий. Осмирившись, стал еще более поститься, питаясь лишь сушеными хлебными шариками раз в 2-3 дня. Взял он на себя и труды самые тяжкие, в хлебнице при монастыре, кое никто более осилить не мог. И все это вместе с наставлением молодых в Слове Божьем, поучением в благочестии и молитвой. Уже в глубокой старости, словно бесплотный, он мирно отошел Господу, и жизнь его праведная подает пример уже многим поколениям. «21 января. День памяти преподобного Георгия Хазевита».